Всем привет! С вами компания Кёнигсман и я Максим Кузьмин. Сегодня мы с вами поговорим об обслуживании беговых дорожек. А если быть точнее, то наше видео будет о регулировке и натяжении бегового полотна. Важно не только правильно тренироваться на тренажере, но и грамотно его регулировать и обслуживать. Вы в состоянии самостоятельно в домашних условиях провести натяжение бегового полотна и его центровку. Регулировка натяжения полотна и центровка полотна также важна для тренажера, как регулировка колес у вашего автомобиля. Если при движении тренажера ощущается проскальзывание полотна, то необходимо его натянуть. При активной эксплуатации тренажера один раз в месяц проверяйте натяжение бегового полотна. В оптимально натянутом состоянии полотно можно с небольшим усилием поднять над декой в центральной части на 3-5 см, в зависимости от размеров бегового полотна. Ослабленное, плохо натянутое полотно проскальзывает и перемещается не по центру, а чрезмерно натянутое полотно нагревается и подвержено преждевременному износу. В большинстве случаев в процессе работы тренажера полотно растягивается, что и приводит к проскальзыванию. Натяжение бегового полотна является обычной регулировочной операцией. Для устранения проскальзывания необходимо затянуть два натяжных болта заднего ролика на 1/4 оборота при помощи ключа и проверить дорожку на проскальзывание. Вы можете повторить процедуру еще раз, но помните, что никогда нельзя затягивать натяжные болты больше, чем на 1/4 оборота за один раз. При смещении бегового полотна в сторону, в данном случае у нас это правая сторона, необходимо провести его центровку и регулировку. Для этого при помощи ключа поворачиваем правый натяжной болт в сторону на 1/4 оборота по часовой стрелке на скорости 8 км в час. И делаем процедуру до тех пор, пока полотно не встанет по центру и не будет касаться неподвижных элементов тренажера. Не забудьте, что каждые 250 км или 25 часов пробега необходимо производить смазку поверхности под беговым полотном. Для этого используйте безводный силикон в виде жидкости или аэрозоля. Мы с вами отрегулировали беговое полотно и обсудили все нюансы. На этом наше видео подходит к концу. Спасибо, что были с нами. С вами был Максим. До скорых встреч!